утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Почему же не готов? Я всегда готов. А к чему? Ты что, забыл? Ведь Еноточ просил нас сегодня помочь ему собирать землянику. Не-не-не-не-не. Сейчас и Зубок, и тетушка Матильда придут, и мы пойдем на грядки. Вот как раз к этому-то я и не готов. Ну почему? Почему? Это ведь так тяжело. Под солнцем целый день на грядках торчать. Так ты панаму надень. Ой, да не в Панаме дело, понимаешь, Шунь? Ну, я не готов трудиться сегодня. Ага. А ягоды-то есть? Готов, да? Ой, это да, это конечно. Только где их взять-то, а? На грядках у Еноточа. Не, Шунечка, где бы это взять землянику безо всякого труда? Ой, лентяй ты, Коксик. Да ничего, я не лентяй. Я, может, силы экономлю для более важных дел. Так, а вот землянику я где-нибудь достану. Шуня, Коксик, идем скорее. Нас Еноч уже в огороде ждет. Ой. Где Коксик? Он не пойдет с нами. Почему? Ну, потому что не готов сегодня трудиться. Не готов. Ну и пусть. Все самое интересное пропустит. Точно! Побежали! Побежали! Ну я же говорил, я говорил! Ой, все ушли. Ну и ладно, пусть работают на грядках, а я пока почитаю условия лотереи. Так, чтобы выиграть главный приз, то есть два ведра отборной земляники, нужно угадать 6 цифр. И всего-то. Так, результат объявят по радио. Угу. Ну что же, понятно. Так, пишем цифры. Ну вот, готово. Так, как же хорошо-то сидеть в прохладе и знать, что тебе просто так достанется 2 ведра земляники. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Денек какой сегодня замечательный! Не говорите, тетушка Дарья! Здравствуй, Коксик! А ты что же не со всеми на огороде? Да, я решил силы свои, сэкономить. Тем более, что землянику можно получить совершенно безо всякого труда. Да? И как же? А вот как, смотрите, что у меня есть. Ага, лотерейный билет. Ага, скоро передача начнется. Там скажут, какой билет выиграл. Это будет мой билетик, и я выиграю 2 ведра земляники. О, и что же ты будешь делать со всем этим богатством? Как что? Есть, конечно. Ты уверен, что сможешь съесть столько ягод? Не уверен. Но из оставшихся же можно варенье сварить. А ты умеешь? Нет. А вы мне поможете, тетушка Дарья? Ну, а если я тоже не умею варить варенье? Ой, что ж тогда делать-то, а? Ну, может, просто угостить всех твоих друзей земляникой? Ну уж нет, это же мой выигрыш. Да.
Ну, в таком случае, Коксик, твой выигрыш просто испортится. То есть как же так? Как испортится? Я ведь так старался, чтобы выиграть землянику, а она и испортится? Ну, почему? Ну, как же так? Ну... Подожди, подожди, Коксик. Ну, во-первых, ты не так уж и старался, а во-вторых, ты еще ничего не выиграл. Ой, ой, тетушка Дарья, включайте скорее радио, сейчас начнется. Да? Ну, да. Так, так. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, начинаем нашу лотерею. Сейчас посмотрим, кому сегодня повезет. Пожалуйста, загляните в ваши лотерейные билетики. Кто же победит в этой игре? Внимание! Выигрывает и получает 2 ведра земляники! Номер 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ой. Коксик, это твой номер? Нет, я проиграл. Но не расстраивайся, Коксик, но это всего лишь лотерея. Ну как же так, я размечтался, что буду делать с выигрышем, а ведь никакого выигрыша у меня нет. Но у тебя есть шанс. У тебя остается шанс получить 2 ведра земляники. Подумай, что нужно делать. Ой, кажется, я знаю. И что же? Работать, ведь без труда не выловишь и рыбку из пруда. Молодец, Коксик. Так, я сейчас побегу на огород, буду вместе со всеми собирать урожай земляники. Как вы думаете, не поздно еще? У них там еще осталось для меня работенка? Думаю, осталось. И, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И я, кстати, тебе с удовольствием помогу. Ага, но давайте, сначала давай попрощаемся с ребятами. Ой, точно. До встречи. Всего вам самого доброго, дорогие друзья. Ангела-хранителя. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.